Да посмотрим. Что, видосик запилить? У нас не будет. Я знаю, в Нигерии все было сложно. Может, уже но вы не виноваты. Да и все, потому те что люди попали в беду намного раньше. Эй, здесь очередь! В сухопутных войсках манерам не учат. Может, ты поучишь меня, пацан? Во-во-во-во. Вы уж извините, мы тут забегались немного, не спали 72 часа и вернулись из деревни полной мертвых детишек. Простите. Проходите, парни. Эй, мудак. Да ладно, успокойся. Займу тебе место, морпех. Мы такие крутые. При запуске. Что, давай эту миссию пройдем, и там уже давай будешь там пилить, не пилить. Если в воздухе слишком опасно, он может действовать на земле. Еще дрон умеет атаковать ультразвуком, но делать это слишком часто. Сделаем. В КСВ пятерых не найдет. Будет неприкольно. Сейчас это запишу. Не забудьте флешки, во! Гранаты контузят любого, кто попадет в радиус поражения. А? Флешки дают. Но этого хватит. А я им тогда что-то не пользовался. Ну давай, нет. О, это... тут снайперская, да. Да, дает, о, кататься. Я, походу, на машине буду кататься. Кайф, слышишь? Вот это миссия огонь, Дэн. Так, раз, давай по городу выходить. Так, снайперская, я сейчас это меняю. Ну, как всегда, слышь, я голубой беру, ты зеленый. Красный, нет. То есть красный, да. Ой, снайперка, сейчас вообще огонь будет, Дэн. Ладно, я ничего не буду менять. Ну надо ж поменять этот окраску. Короче, я готов. Все, готов. О, вот это крутая миссия. Слышь. Вертострой проиграл, ты заебаться, ну ладно. Пешавар, слышь. Огонь готовится проникнуть в район. Понял, охотник. О. Внимание, опа, ты это как круто, да? Оп, прикольно. Вас понял. Это я, кстати, слышь. А у тебя ты? А у тебя я. Это не ты. Ну я же себя вижу. Это я. Ну я тебя вижу. А почему у меня не красная пушка? А чё я не красный? Да куда идем? Он... О, красная пушка, все. Внимание, не убивайте цели, не поднимаю. Короче, без тревоги, понял? О, снайперку возьми. Вот сюда. Снайперку возьми, проверь. А чё, я взял? Ну, я вас... как бы с ней и это... Прицел. Я цвет свой, да. Прицел, да. Вон он, сука, да. Меня палит. Так, отмечаю. Что ты делаешь? Бил его. А, вон еще один. Хорош. Блять, надо же без этой, понял? Вот он еще один. Бля, а мы забыли, короче, попадание. Забрал. О, еще один. Где? Перед нами. Отключи X-Ray. Они молятся, блядь, что-то их много там. А-а-а. Я левого беру, Дэн. Ай. Блять. Снял его. Я обнаружен. Ну ты ж его убил? Да пусти тревоги, ну да, вроде. 5 патронов спеши, мало. Да. Я говорю, не спеши. Ты спешишь, очень. Тут надо тихая миссия. Слышь, а как вот камуфляж видно, а тень что, не видно, что ли, наш? Лол. Ну как обычно и в Крайзисе тоже косяки. Я сейчас пробежал с этой, понял? Да, я тоже бегал. Смотри. Да не, я в камуфляже был. Я постарался. Нас. Что-то там, блин, тачек до хера. Слышь, мы зла. Они ж там молятся. Так, прямо вижу цель. Впереди противник. Один, что ли? Не знаю, я пока видел одного. Стреляй. Носи. Подтверждаю. Подтверждаю. Блять,
Там, походу, мы забыли глушители одеть, слышишь? Я одел. Контакт, слышишь? Контакт. А я забыл, но тебе все равно звук очень громко. Ну, это снайпер. Ну да. Что-то я никого не вижу. На вышке. На вышке? А, вон он, слышишь? Отмечай. Слышь, мой справа. А, вон он, далеко что-то. Ой, вот он, Дэн. Не вижу пока. Отметил. Не вижу. Беру право, ну, Дэн. Это твой право, где мой? А, вон он. Вот, все. Я не смогу его убить, у меня стена. Все. Убежу. Все, я ай! Блядь, Дэн. Ну, когда ты выстрелил, вот, я стреляю, он на это отошел. Да. Смотри, справа тело стоит, вон он. Отметил его. Не, за еще стеной, прямо. За стеной. Отмечай. Отмечай, отмечай. Да не, вон он. Отмечаю третьего. Готов. Но они на меня смотрят, я не смогу выйти. Готов к атаке. Все, готов. А это твои забрали. Я не ту кнопку нажал. Справа, справа, смотри, справа один. Блять, надо убить его, слышишь? Осторожно, они идут. Где? Кто убил? Нихера. Меня обнаружили? Нет, понял. Мы убили троих, а он справа на мосту был. Я не знаю, как мы его увидели. Блять, вот мы. Первого убьем на большой вышке, а того дальнего пока не будем трогать. Логично, да. Может, он их не будет видеть? Также, да? Вижу еще одного. Перед нами. Давай, Дэн. Раз. Ты готов? Начинай. Готов. Раз, да. Два, три. О, один в один. Перезаряжаемся. Дэн. Внимание. Отметил тебе его. Да, да, да. Там на вышке. Пошел, есть. Попадание. Так, все, у того не будем убивать. Я сейчас четверых этих мечу. Впереди. Вот и третий. А если это заметит трупы? А, блядь. Стой, тогда. Стой, 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 не спеши. Все, вот сейчас можно, Дэн. Подожди, меня сейчас тут заметят. Там у фляж стоит. Да, но если я встану, меня будет замечать. Сейчас они отвернутся, секунду. А ты в этот, в ограждение, ну, встань за ограждение. Да, как только они отвернутся. Быстрее, Дэн, да вижу, Дэн. вижу, как он отвернется, я встану. Сейчас, вот, секунду, видишь, он идут по кругу. Вот, готов. Три, два, один. Нет, ты не готов. Не готов. Вот, все. Еее. Меняю позицию. Сейчас тут слева заберет трупы. Хорош. Все, убил. Хорош, все чисто. Вообще-то у нас дрон есть это? Какой-то. Слышь? Я могу, да, дроном летать. Ну. Мне кажется, он тут не нужен. Так написано было один раз. Используйте дрона для инфы. Опа, ля, смотри, сейчас крышу будем прыгать. Выбираем цели и снимаем их. Я М-ку взял. По приказу. Я тоже сразу. Давай, дрон. Дрон. Я готовлю. Я дал. И чё, а как мне заехать? Долететь туда. О, я вижу твой дрон. Я не могу им управлять, но вижу. Давай, давай. Это я управляю. Контрол на земле, слышишь? Ты, наверное, будешь под дверью лазить. А вон, справа. Четко. Давай налево. Справа дверь. Это лестница. А вот продавца не видно. Кажется, они еще ждут. Ну на нем тоже, слышишь, эта херня. Да, он невидимый вообще, да. Давай. Доезжай, давай, что ты блин делаешь? А я это застрял. На левее. Я же смотрю, Лилия, я смотрю. Ну проедь, блядь, на ковер, он по центру встанет, собери инфу. Отключай цели. Или чё? Альт, альт. И давай. А, на электрозвук. Да. Ооо. Вот это круто. И чё мы делаем? Я не могу никого. Мочим, мочим. Первый. И чё, ну, всё, что ли? Я убил его, Дэн. Я лохомец. Ааа, лох. Я понял, уже всё, ему стреляю прям в голову, понял. И вижу написано, взять живым. А пуля летит уже, всё, лицо ему, понял? Прикинь так в жизни. Пацан, смотри. Жесть вообще. Ай, блядь, сейчас опять дроном. Заходим быстро, выбираем цели и снимаем их. Готов, по приказу. Давай уже дрона швыряй. Давай только ровнее, там быстро. Всё, швырено. Куда ты полетел? А, я там полетел. А через дверь. Прыгай отсюда прям. Нельзя прыгнуть через эти дверь? Я не знаю. Чё, попробовать? Нет, сейчас опять завалишь. Не знаю.
Хотя сменить вид, не знаешь. Давай налево. А если его дернуть, то он это закончится миссия. Он меня палит. Альт. Ну да, альт. О! Так, все, взять живьем, все. У тебя взять живьем, точно? Да, 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 да. А да, то я не вижу там всех никого. Мочи, всех мочи, всех. Там меня не проходит камера, блядь. Ну перед тобой там двое или один. Два было. Опять я взял его. А так, да, давай. Есть. Да, 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 да. А как они знают, кого допросить? Ну, если на одну рожу. Кстати, да. В натуре, они же все одинаковые. Это переодевайте, Валя. Спутник наводится. Капитан, блин! Идет реангуляция, оставайтесь на связи. Дизель прямо так четко сказал. Спутник. Как будто вертолет летит. Есть координаты торговца. Он движется? Нет, похоже, у нас проблемы. Он встал. Машина цели застряла в пробке, нужно достать... Пробка! Сэр, на проезжей части сложно быть незаметным. Ставки растут. Пакистанцы перекрывают район. Они уже отрезали две основных магистрали. Похоже, они ведут двойную игру. Договор был другим. Главное не убить Они составили новый. Спутник наводится. Господа. Может, обменять покупателя на продавца? Не вариант. Торговец слишком крупная рыба. Если пакистанцы его заметят, стрелочка, видишь? Его и близко не подпустят. А если он уйдет, больше мы его не найдем. Мы возьмем его, сэр. Вопрос, что делать с пакистанцами? Мы забросим вас с другой стороны. Так пакистанцы будут гнать его прямо на вас. Это позволит избежать лишних столкновений. Ну и да. И запомните, вы не вступаете в бой с пакистанцами. Да, окажут ли они нам ту же любезность, сэр? Да, пока вас не видят. На 5 не видят, что мы соседим. Время подхода птички. Уже скоро. Ситуация внизу крайне паршивая. Там много гражданских и много врагов. Следите за своей целью и за обстановкой. Принято. Отмечаю точку. Спутник прям. Спутник наводится. Мы возвращаемся на крышу. Реакция, оставайтесь на связи. Тут тоже будет прикол. У нас проблема, он остановился. Пробки, блядь. Есть координаты торговца. Он движется? Нет, похоже, у нас проблемы. Машина цели застряла в пробке. Нужно достать его оттуда. На проезжей части сложно быть незаметным. Ставки растут. Пакистанцы перекрывают район. Они уже отрезали две основных магистрали. Похоже, они ведут двойную игру. Договор был другим. Они составили новый. Дело дрянь, господа. Может обменять покупателя на продавца? Не вариант. Торговец слишком крупная рыба. Если пакистанцы его заметут, нас к нему и близко не подпустят. А если он уйдет, больше мы его не найдем. Мы возьмем его, сэр. Вопрос, что делать с пакистанцами? Мы забросим вас с другой стороны. Так пакистанцы будут гнать его прямо на вас. Это позволит избежать лишних столкновений. Ну да, прямо на вас. И запомните, вы не вступаете в бой с пакистанцами. Окажут ли они нам ту же любезность, сэр? Птичка летит. Пока вас не видят. А вот сейчас будет... Походу, это вертолет. Время подхода птички. Уже скоро. Уже скоро! Ситуация внизу крайне паршивая. Тайминги, да, такие? Много гражданских и много врагов. Следите за своей целью и за обстановкой. Принято. Отмечаю точку. Принято. Я думаю, это пойдет по плану. Отмечаю точку. Он изначально был так себе. Будьте начеку. Чисто собрать самую нарезку. Спутник приближается. Птичка уже скоро. Я отставлю точку, блядь. Пиздец. Все, понеслась. Опять у меня дробовик. Какого хера у меня дробовик? Забрал снайпера. Бля, моя снайперка пробивает через машину. Опа, а ну поменяем. Так держать, они сломаются. Ну не все машины. Да, кстати.
Ну я двоих так забрал. Ой-ой-ой, ты чё флешку кинул? Yeah. Слышишь, сложно было замечать... Это, незамеченным быть. Мне дробовик дали, ладно, пошел я в бой. Ууу, дробовик бьет через машины, это хорошо. Я взял их автоматик. О! Слышишь, нам сказали не вступать в бой, что они творят? А это другие, с пакистанцами. Вот, это свой, нет? Гражданский? Бля, гражданский бегает. Да, я уж поэтому выбрал. Дайте мне М-ку. Ты можешь мне М-ку дать? Ой-ой-ой, перед машиной прижимаю взорвалась. Убил РПГ. Забрал. Либо ты, либо я. Забрал через машину. Вон наверху. Забрал. Убил вверх, убил вверх. Да, не пизди мне тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто наваливает? Забрал, кто наваливает. Хорош, я иду к машине. Забрал. Убил, убил. Забрал. Забрал. Хорош. Надо добраться до машины, пошли. Захватить точку. Куда пополз? Куда пополз? Ох! Лечи меня, лечи! Лечи меня! А меня сейчас полечит. Да, снести надо этого. Ой-ой-ой-ой-ой, Дэн. А меня... Да, иду, иду, иду. Как тебя полечить? На Е, зажми Е. Да я не могу к тебе подойти. А, вот, подошел. Ой-ой-ой-ой-ой, лягу. Справа. Я возьму дробовик, я возьму дробовик. А, у меня калаш. Блять, меня опять, Дэн. Сейчас я убью этого гада. Давай, время есть, есть время. Помогу. Всё, меня этот пеппер поднимает. Слышь, надо убить этого. Да, 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 сейчас, всё, сейчас. Снес, снес. Мы же можем взять какие-то гранатки, да? Световая, датчик. Почему световая? И да, это. О, дрона. Ой, блядь, дрона убили. Только взял дрона. Почему мне дали калаш? Хотя калаш с глушителем я бы поиграл. Сектор зачищен. Ладно, блядь, тоже капитан. Черт, цель убежала. Блядь, сидела бы, прикинь. Вы видите цель? Сотовый. Сотовый. Валить надо. Валим, валим. Ага, беги. А вот он, я лечу. Впереди всех. Конечно, самый умный, блядь. Это мастер, как слышно. Это мастер. Дизель, сука, кожжет вообще. О, это плохой. По-любому это плохой, смотри. Это ты. Да не. А, это моя М-ка, а чё с автомат такой? Я не игр, не забывай. А, не-не-не, это не мой автомат, да, вот. Видишь? Ты меня поднял. Охотник цел. Вот он мой автомат. Похоже, машину заменили. С росочками. Торговец взял другую машину и уходит. Надо отследить его с воздуха. Вас подберут вертолеты. Идите к точке сбора. Понял, выходим. Понял, выходим, там уже. Да, 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 да. Вот это мы быстро. Да, мы вышли. Я, смотри, я первый, слышишь? Ну ты же хост. Ты бы свалить отсюда, понял? Да, ты самый первый убегаешь. И ты, слышишь, остальные где? Вообще понял. Они на другом, они на другом. Какое мясо поднимается, лень? А нет, оно не ты. Вон он я, вон он! Еле поднимают! Кусок говна. Мы опознали торговца. Это русская, Катя Пругова. Да ладно. Это тёлка? А я её сукой назвал. Даже как-то неудобно. Мы сейчас разрабатываем её связи, но и без них проблем хватает. Установили, что она связана с международной корпорацией, вхожей в криминальные круги. Там отлично умеют скрывать что угодно. Оружие, деньги, людей. Если заляжет на дно, мы её потом вовек не откопаем.
По ней работает РУМО и АНБ тоже. Но данных мало, надо допросить лично. Она нужна нам живой. Да. Там настоящее осиное гнездо, как будто все вышли по. Ты любишь это делать. Разберитесь с ними, потом берите ее. Берите обязательно. Я только гражданских убиваю. Афганистан мы уже не сможем. А ты так всех подряд. Границу, считай, ушла. Випов. Работаем, блядь. О, пулеметик. Опа, у меня тоже. Слышь, ты тоже на это несешь? Все, да, я пошел. А че долбить-то? Да хватит, ты мирный. Слышь, Дэн? А? По тебе не... Слева, легкий грузовик. Мой правый взял. Браво взял. Хорош. Это гражданские, да? А, ты снизу, да? А по тебе нельзя. По тебе нельзя, слышь. РПГ, у него РПГ! Где? Убил я всех, ну парь. Видим ее машину. Ой, убери свою. Слышь, центра не убиваем. Да, логично, да. А чё я по колесам, если? Сделайте что-нибудь, а то нам хана! Ой, а чё у меня камера? Тебя подбили, может? Ну, у меня камера, да, это походу часть этой. Через тебя нельзя стрелять. Она застряла там. Она нет, специально стоит. Давим, Дэн. Да давлю, только он не успевает, да, боже, не успевает. Все, не смотрю, никого нету. Все, пизда вертолет. Battlefield! Да. Ну все. Такой же учили. Вообще что там жесткий. О, все, наконец. Столько пуль. Отлично, мы побеждаем. Поставьте на дорогу вертушку, посмотрим, как она проедет. Внимание, вперед. Что за внимание? По колесам нельзя. Давайте. Да, ты снесешь быстрее. О, вот теперь застрянет. Да ты стрелял? Слышь, да. Вот. Не, это не я. Я добил. А че он летает? Слышь, что-то ждем. Взять живьем. Вот, все. Спускаемся, берем ее, Дэн. Да не могу спускаться. Я спускаюсь. Ты нет? Нет. Прикрывай. Значит, прикрывай. Мы ее заперли, зачищаем сектор. Прикрывай, Дэн. Контакт на 12. Где? Не вижу, а вон он. Где-то на другой стороне. О, блядь, дрона случайно запустил. Дрон твой летает. Это я, да, я тебе буду светить их, давай. Ладно, да я случайно запустил. Да ладно, взрывайся, глянь. Чего они взрываются? Слушай, они что-то слишком живучие. Это что за неубиваемая хрень? Минус один. Минус один, все понял. О. Все, молодец, да, меня не, чуть не убил. Да, давай добавим тебя. Давай бегай, танцуйся. Че, баба живая? Иди сюда, сука. За череп сразу так. За шею. Аллах Акбар. Эта вертушка вам подлетела, да? Что прикольно так поделили, да? Ты там, я тут, да? О, вообще четко. Два убили. 78%. А ты 5 гражданцев убил, да? А хули не бегает?